мы продолжаем говорить о проекте Crab On, и в этом видео мы более детально рассмотрим дорожную карту, ну и команду проекта. Все подробности касаемо остальных видео, остальных подробностей насчет проекта будут под видео. Советую кликнуть и более детально ознакомиться со всей информацией. Тут же мы видим дорожную карту проекта, которая прописана с 2016 года до 2021 года. В основном тут информация, связанная с началом работы, и уже тут обновления, запуск механизмов, новые разработки. Надеюсь, они будут следовать дорожной карте. Тут особых деталей мы не видим. В основном все начинается отсюда, и то не так уж и подробно. Ну и надеюсь, они будут следовать своей дорожной карте. В будущем мы увидим все, что тут написано, то есть разработка и запуск сервиса по оказанию содействия совершению безопасных сделок с помощью независимого арбитра и поиска получения займов. Разработка и запуск сервисов по оказанию содействия в поиске занятости специалистов. То есть все это, надеюсь, в будущем мы увидим. Но опять же, это все зависит от софткапа. Надеюсь, они все-таки соберут софткап. Но тут уже мы видим команду данного проекта. Мы видим довольно-таки маленькая команда. Советую ознакомиться со всеми участниками по LinkedIn. Я уже прошелся по данным участникам. Довольно-таки опытная команда. Все люди с опытом. Ну и консультанты проекта. Мы видим довольно-таки мало консультантов. Ну и, конечно же, СМИ. Мы видим, что они очень много говорят. Это очень хорошо. Это и привлекает инвестиции. Ну и на этом все. Советую ознакомиться с White Paper. Он состоит из 53 страниц и на русском. Никаких трудностей с прочтением возникнуть не должно. Все подробности тут будут. Советую ознакомиться более детально с данным проектом. Ну и на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи.